Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Некрос, и добро пожаловать в игру Injustice 2. Сегодня мы поиграем за Бэйна, очень мощного персонажа, который умеет выполнять захваты, наносящие очень и очень много урона. У него есть удары с броней, но у него нет зонинга. И ему сложно сражаться с персонажами, которые его зонят. У него есть как нижние удары, так и оверхеды, и даже захват прямо в комбинации. Например... Ага, ну они медленные у него, эти удары, естественно. Вот такой удар. Это захват прямо в комбинации. О, локоть. Это командный захват. Если его усилить, будет очень много урона. Бронированный бег. Ой, как много урона. Так, начинает Бэтмен зонить. Ой-ой-ой. Вон броня. Урон в блок, чисто урон в блок. Тихо. Опасно, опасно. Не получится комбо сделать. Вот и комбинация. Супер ударом. Очень много урона. А ну-ка, тихо. Один удар остался. Так, реванш. Сразу броню. Ах ты, вот так вот. Захват. Захваты тут делает только Бэйн. Ой-ой-ой, он даже и так может. Опа. Броня. Тихо, тихо, тихо. Да ну. Так, отступаем. Нормально, сразу по ноге. Ох, и быстрые рывки у Бэтмена, конечно. Жесть. Ой-ой-ой. Что делает Бэтмен? Что он делает? Он уничтожает. Бэтмен, короче, разозлился, я так понял, да? Вообще решил уничтожить. Понятно. Нет, тут еще один реванш нужен.
You need a new catchphrase. This one is working quite well. Begin. Так, усиливаем командник. Так, ну-ка прекращай. Очень медленный удар у Бэйна. Что-то у меня ощущение, что все-таки Бэтмен победит. Ага. О, ты чё? Урон. Так, тихо. Нормально? Плохо. Воу. Но все-таки Бэтмен победил. Так, против кого бы еще поиграть? Можно против Гориллы Грода. Much like your jungle, Grodd. Let's see who's fittest and survives. Begin. Оп, сразу по ноге. Усиливаем, так. Локоть. Захват командный. Обычный захват. А, не, не получилось, смотри. Ой, прыжки вот эти, конечно, с Грода. Да хорош. Он решил меня просто захватами уничтожить. Опа, не попал. О нет, это суперка. Жесть. Ты чё? There is more work to be done. Отступаем. Вот тебе захват. На тебе. Он себе сейчас жизни восстановит. Воу-воу-воу. Все-таки
Не хватило одной комбинации, чтобы Грода победить. И на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.